вопрос экологический настолько острый, и так многое придется менять, чтобы вписаться в новые требования, особенно вытекающие из того, что вот планета в опасности, по сути дела, экологической. Я думаю, что без участия общественных, гражданских сил, гражданских организаций, без участия самого народа, без того, чтобы он понял, что это нужно, что это не выдумка кого-то, какого-то политика. Нет, это вызов, глобальный вызов современного времени. Три глобальных вызова – безопасности, бедности, отсталости и глобального кризиса. Вот тут не получится без людей. Поэтому роль нашего Международного Зеленого Креста будет наращиваться. А нам надо иметь в виду, что нам придется его укреплять.